Я Эльмира Балатян, куратор выставки «Обыкновенные мученицы», в которой участвуют художницы Алис Кочевник, Варвара Терещенко, Лейля Асланова, Лета Добровольская, Ирина Петракова, аудиохудожник Влад Добровольский и художник Лита Полякова. Идея этой выставки возникла у меня достаточно давно, и родилась она из, скажем так, сетевого чтения и сетевого просмотра различных фотоархивов, посвященных судьбе женщин во время войны. Собственно говоря, это и документация львовских погромов, документация, скажем так, судов, да, импровизированных судов над женщинами во Франции после войны. И я обратила свое внимание, что всегда, вот, когда мы говорим о насилии над женщинами, всегда присутствует именно сексуальный подтекст. То есть если мы... Меня часто задают вопрос, например, ну что бы изменилось, если бы вместо женщин были мужчины? И на этот вопрос достаточно легко ответить, потому что когда мы говорим о ситуации женщин во время войны или каких-то других ситуациях, то это обычно всегда имеет сексуальную окраску. То есть, как мы помним, например, женщинам остригали волосы, их всегда там раздевают публично. То есть публичное унижение женщины обычно связано с каким-то еще и сексуальным унижением. И, как оказалось, тема насилия присутствует и волнует многих художников и художниц. И мы пытались сделать выставку, которая бы на физиологическом уровне передавала отношение самих художниц к этой проблематике. Ну, например, Варвара Терещенко, она сделала такой алтарь, это практически монументальная живопись, в котором она изобразила женщин разных эпох, умерших насильственной смертью. Это и женщины, осужденные за, ну, скажем так, во время охоты на ведьм, это и святые христианские мученицы, это и женщины, погибшие во время войны, женщины, изнасилованные и убитые в наше уже время. И, собственно говоря, ее работа, Варвары, показывает нам, что вот на протяжении всей истории женщина является вот таким страдающим, мученическим лицом, погибающим в результате насилия. И особенно, конечно, это актуально во время военных действий. И, в общем, я попыталась сделать такую выставку, где зритель, попавший на нее, даже не столько интеллектуально воспринимал, но на чувственном уровне. И у нас была на открытии работа Влада Добровольского, которую он сделал из записей, найденных на YouTube, записей родов. И там были крики женщин во время родов, они по-различному миксовались. И это довольно интересно, что мужчина сделал работу на тему родов и именно, скажем так, своей истории родов, потому что он, по его свидетельству, рождался очень тяжело, где-то 3 дня, и как он воспринимает себя как человека, который причинял страдания своей матери, да, своим рождением. Я думаю, что нам удалось сделать вместе усилиями всех художниц и художника такую своеобразную комнату ужасов, на самом деле, что когда зритель заходит, он, на него идет воздействие на разных уровнях, и визуальном, и на аудиоуровне. И как-то хотелось просто тронуть зрителей и обратить их внимание на эту тему.